держится в секрете. Стало известно о тайной операции Елены Степаненко. По некоторым данным, 67-летняя юмористка Елена Степаненко перенесла серьезную операцию, факт которой предпочла скрыть от общественности. Звезде удавалось держать в тайне это обстоятельство на протяжении десятка лет. Специалисты приняли решение провести Елене Степаненко хирургическое вмешательство еще в 2012 году. Именно тогда у артистки обнаружились первые серьезные проблемы со здоровьем. Подробности той госпитализации до сих пор держатся в секрете. Елена Григорьевна во время интервью старается уходить от разговора о своем самочувствии. Как сообщает издание «Экспресс-газета», после операции Елена Степаненко довольно продолжительное время находилась под наблюдением врачей. Стоит отметить, что сообщения о болезни бывшей жены Евгения Петросяна довольно регулярно появляются в СМИ. Так, в ноябре прошлого года на лентах была размещена информация о тяжелом недуге Степаненко. Со ссылкой на источники утверждалось, что у звезды коронавирус. Елена Григорьевна, правда, чуть позже заявила, что все это не имеет к ней никакого отношения. Звезда пожелала всем здоровья и добавила, что мечтает о времени, когда люди перестанут сочинять небылицы.